19 февраля в 2 часа 35 минут ночи скончалась великая русская балерина Наталья Бессмертная. Когда я видел ее последний раз, это был октябрь 2007 года. И мне показалось, что она хуже выглядит. В конце октября она легла в ЦКБ. И ее муж, Юрий Николаевич Григорович, каждый день мне звонил и говорил о том, что Виталий, никак не могут поставить диагноз. А Наташа себя все хуже и хуже чувствует. Он принял решение, что нужно обязательно ее перевести во Францию, в больницу. И тогда он дал согласие, что он поедет с гастролями Большого театра в Париж. Успех «Спартака» был невероятный. Григорович, когда вышел на сцену, публика никак не могла успокоиться. Никто не знал, что в антракте посол России во Франции имел очень серьезный разговор с Григоровичем по поводу того, как организовать переезд Наташи во французскую клинику. Я прилетел в Париж, и 2 вечера мы проводили вместе. Как никогда прежде, мы сидели в итальянском ресторане поздно, почти до 3 ночи, и я видел, как его слушали люди, которые были наслышаны совсем о другом, как на глазах менялось их отношение к нему. А потом мы вышли на улицу, и я провожал его до отеля «Скрип», и вдруг я увидел, что он идет и плачет. Он плакал очень сильно. И потом сквозь слезы мне сказал: «Неужели вы не понимаете, Виталий, что я теряю Наташу? Теряю свою Люлю?» Мы расстались. У меня на душе было очень нехорошо. Со своей Люлей он прожил почти 40 лет. Это был очень счастливый союз. Он гордился ей. Она была умна, самостоятельна, упряма. В ней было поразительное очарование и фантастическая скромность. Никогда нельзя было себе представить, если ты где-то с ней бывал, что это народная артистка Советского Союза, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии. Человек, который потанцевал в 90 странах мира, которая везде имела безумный успех, особенно в Париже. Она действительно была гениальная балерина. Это было известно всегда. Она родилась в семье, которая к искусству хореографии не имела никакого отношения. Папа был военный врач. Были 2 девочки, Наташа и Таня, и мать решила их отдать в хореографическое училище. Наташа попала в класс к Марии Алексеевне Кожуховой. И никаких особенных успехов она не делала. Пришел новый художественный руководитель Михаил Маркович Габович, партнер Галины Улановой. Посмотрел на всех и сказал: этой девочке принадлежит большое будущее. Это уже потом так сложилось, что красавец Миша Габович, сын Михаила Марковича, он женился на Татьяне Бессмертной. И у них родился сын Миша. У Наташи не было своих детей. И она очень любила этого Мишу, своего родного племянника. Она вообще очень любила свою родню и больше всех любила мать. И когда Юрий Николаевич куда-нибудь уезжал, она
часто жила у мамы. И когда 22 февраля в Большом театре я увидел Антонину Яковлевну, мать Наташи, с каменным лицом, то я понимал, что я вижу горе в его чистом виде. Наталья Бессмертного и Михаил Лавровский танцуют на международном конкурсе в городе Варна, на конкурсе, лауреатами которого они стали. Она познала триумф, может быть, как никто другой. Как только она кончила школу и вышла на сцену Большого театра. Последний год она училась у Софьи Головкиной. Головкина тогда была директором хореографического училища, и каждый выпускной класс попадал к ней. Она пришла в Большой в 1961 году вместе со своим партнером Мишей Лавровским. Вышла на сцену в Шопениане, где она танцевала мазурку и вальс. С огромными глазами в пол лица, с редкой мягкостью, лиризмом и удивительным содержанием. В ноябре 1963 года Наташа Бессмертного и Миша Лавровский вдвоем выступили в балете «Жизель». Вот это было потрясение. Сказать, что у нее был только один партнер, Миша Лавровский, это был неверно. У нее были замечательные партнеры. Она довольно много танцевала с Володей Васильевым, которого Григорович все годы считал великим танцовщиком.